первую ступень тренинга в полном объеме. Знает и умеет знакомиться с мужчинами, сертифицирована как начинающая соблазнительница. Ура! Поздравляем. Ира, поздравляем тебя. Прям молодец. Можешь пару слов сказать? Да. Ну, эмоции зашкаливают. На самом деле я думала, что все будет по-другому, что мы просто... Я пришла сюда, просто было интересно, ну, посмотреть на рынку. Давно не виделись. Да, что-то послушать, но не знаю, я не знаю, что сказать, потому что эмоции просто зашкаливают. Мне очень понравилось. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо, прям вообще классно. Ура! Да, второй сертификат, он как бы такой же, как и первый, как и все. Говорит о том, что Александрова Алла прошла первую ступень тренинга в полном объеме, знает и умеет знакомиться как с мужчинами и квалифицирована как настоящий соблазнитель. Ура! Ура! Пару слов, да. Мне очень понравилось, на самом деле очень интересно. Я пришла тоже так просто послушать. Очень интересно, полезные знания для тебя привела. Спасибо вам. Круто, спасибо большое, да. Спасибо, ура. Кубриченкова Ольга. Конечно. Бабричникова. Да. У меня почерк плохой. Фамилию проще не финансовый. Давайте, ура! 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 Поздравляем. Это тебе. Поздравляю. Ты у нас сегодня... Один день, да? Правильно? Нет, на пятницу была. А, была пятница, да. Вчера пропустила, но я в ходе занятия понял, что... Ты можно не приходить. Нет, что для себя сделала какие-то сегодня новые действия, получила новый опыт интересный, ну, я думаю, услышала полезную обратную связь. Да, спасибо вам большое. Будем практиковать знания. На самом деле интересно, даже интересно открыть себе то, что ты вроде как бы делаешь, но ты не понимаешь, что ты это делаешь. Да. Это полезный опыт, действительно. Да. Спасибо. Круто, спасибо. Да, спасибо. Следующий сертификат также подтверждает, что стала настоящей соблазнительницей в итоге за три дня Горенко Яна. Ты чергина! Ты чергина? Винян. Какой чергина? Тебе прощай. Да, поздравляю. Держи пару слов также. Давай. Спасибо. На самом деле я сюда пришла, зашла сюда, по крайней мере, как спонсор, в роли спонсора, да, и я не... Партнера. Ну да, партнера. То есть я как бы вообще не планировала во всех этих манипуляциях каких-то участвовать. Вот, не думала, что я что-то для себя открою интересное, ну в надежде, конечно, что что-то будет все-таки. Вот, очень довольна. Спасибо тебе, Лер, что ты меня пригласила. Вот, я в этом шоу-блюда. Поняла, что много работы над собой. Вот, и очень много полезной информации. Спасибо. 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 Романова Ирина. Ирина, моя помощница. Поздравляем тебя, Ира. Поздравляем. Пару слов, прям буквально. Так, ну, я тоже, собственно, не думала о манипуляциях участвовать, но когда мне это доставило большое удовольствие, и спасибо большое, мы когда с людьми важными и значимыми в жизни, ну, где-то там наверху что-то там сходится, и вот с вами мы познакомились как-то очень интересным образом. И я признательна вам и небесам за это дело, мне кажется, да, вам, ну, всем. А, вдвоем, да. Да, и девочкам, конечно же, и мальчикам. Вот, и поэтому спасибо большое, немножечко размялась, и мне кажется, там есть какой-то, что-то там есть дальше. Конечно, есть, конечно, главное работать над собой, это главное, и выполнять задания. Все, спасибо, Ирина, спасибо. Так, остался у меня последний сертификат, который... А что ты стал? А как это была Анастасия? Ну я так шучу. Конечно, настоящая соблазнительница Соколова Светлана. Поздравляем тебя. Света. Плывет, Света, плывет. Поздравляю. Молодец. Посередине понимаешь, что прямо все было так с сертификатом. Огромная благодарность, вот действительно большая такая ценность, вот даже не передать словами, что это для меня, вот у меня сейчас жизнь разделилась как до и после вашего тренинга,
я проработала страх очень сильный, который у меня был, что вот я другими способами не могла проработать. Я почувствовала офигенскую энергетику, когда вот эта вот женская энергия, игра, гляделки с мужчинами, это такой кайф, это так заряжает. И я вот, ну, в этом кайф словить, это вот вообще круто. А что еще? Ну, на самом деле было много мыслей, что-то сейчас вышло, все забыла. Вот. Еще большое спасибо за атмосферу, такой вот и мальчикам, за поддержку, и вам.